Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом потрясающей омолаживающей маски, после которой кожа будет как после фотошопа. Эта маска великолепно подтягивает и разглаживает кожу и помогает убрать морщины, складки и заломы. Также эта маска глубоко питает и увлажняет кожу и стимулирует выработку коллагена и эластина. И чтобы сделать эту замечательную омолаживающую маску, необходимо взять 1 столовую ложку натертого на мелкой терке огурца, 1 чайную ложку муки, можно овсяной, можно пшеничной, 1 чайную ложку сухого молока и 5 капель витамина Е. Перемешайте все компоненты до получения однородной консистенции. И потом нанесите эту маску на все лицо, на шею и на декольте. И так как в этой маске нет раздражающих компонентов, то ее можно наносить под глаза. Через 20 минут смойте маску теплой водой и нанесите на кожу увлажняющий крем. И делать такую омолаживающую маску необходимо 3 раза в неделю. А если ваша кожа нуждается в более интенсивном восстановлении, то первую неделю эту маску можно делать каждый день, а затем маску можно делать через день. И напоминаю вам, что перед первым применением новой для вас маски вы обязательно должны сделать тест на аллергию на сгибе локтя.